Я вам покажу мастер-класс по покраске. Вы посмотрите, кто на самом деле красит мои работы. А красит моя внучка Анечка. Видите, какая она. Я сегодня ей что-нибудь придется, ей какую-нибудь куклу Барби или что-нибудь, какую-то купить конфету, наверное, большую. Вот или мама колбасу. Да зачем нам мама, у нас он внучка все делает? А, вот мама. У нас, оказывается, еще и мама есть. А мама вот так вот, видите, смотрите, вот так она тролля красит. Смотрите, тоже редкие кадры. Смотрите, у нас получилось все мы так подгадать, что у нас вот здесь черновая, и хозяин где-то там отвлекся, мы бегом-бегом бахи и кино снимаем. А то он так не любит, когда вот это я беру камеру, и с ним просто истерика. Не ябедничаешь. Ну а что не ябедничаешь, ну что? Он за ним, то ли у него своя камера, если он за мной следит. Откуда он знает, когда я снимаю? Вот так вот тролль подготовлен. Смотрите, коричневый цвет под дерево, потом черным продуно, потом волосы, смотри, зеленью продуно. А он, смотрите, Бобо, смотри, тоже Бобо художник. Ты там шкребешь или красишь? Я говорю, ты там красит, не портишь Бобо? Нет. Да, да. Видишь, как... Бобо у нас специалист по золоту. А у нас... А Рома, а он, смотри, тоже... Дима, смотри, он какое золото, серебро. А что оно какое-то такое неяркое? Это плохое серебро. Это не наше. А, вот видите, вот разница моего серебра, смотрите, оно просто ну, негодное. Смотрите, я не знаю, даже это не серебро. Ну, серебро наше кончилось, и теперь мы красим купленным. Вот и разница наших, ну пока покрасим, на следующий год будем перекрашивать. Вот видите, вот, дали бежевенький чуть-чуть цвет, и у нас вот эта крышка является палитрой, и на этой палитре, вот видите, коричневый цвет она добавила, потом на палитре и желтый, и получается то, что получается. Это только художнику его мозги и компьютер может просчитать результаты. То, что, ну, вариантов много. Видите, где-то белый добавила, где-то коричневый, где-то желтенький. Вот видите, даже в какую сторону. А он, смотри, это зелененький. Иди глазик покрась у мамы. Покрась, смотри, троллю. Покрась. А смотрите, какие красные грибы. Вот так вот у нас, ну, нас сильно выручают таджики, очень дисциплинированные, ну, работоспособные, и, ну, хорошие подсобники, и мастера, и, ну, очень большие объемы, вот и он и Бобо, и рядом Дима вытягивает, ну, очень большие, и очень аккуратные. И быстро учатся. Ой, как красиво. Монетку покрасим, он пятерочку. Монетку счастливую. Ну вот зеленый красит будет. Окислится. Вот так, видите, не за сопряжение волоса идет коричневый. Потом появится полутон какой-то, видите. Мам, а может я тут такие нарисую? Да? Ой, видите. Вот и желтый, белый, там коричневый, получается какой-то беж. А опять чуть-чуть красненького, она выйдет в такой, ну, более, как лицо будет. Анечка, иди, глазик красить, глазик. Он будет синий. Ну, синий, это же должен синий глазик быть. Давай потом. Ну все, наверное, пленка кончается уже. Потом...